Давай, давай, мы инсталляцию делаем. Мы здесь так будем. Давайте тоже в такт ложкой об стакан. Надо, чтобы весь барак запел. Макара не хватает, да? А кто-то там обещал приехать. Макар обещался. Ну, Макар, возможно. Чаркин. Чаркин. Вот они, наверное, вместе и приедут.
Баян мы не взяли, гармонь, балалайку и контрабас. Места не было в машине. Вдвоем бы могли. У нас еще... Да зачем народ? У нас есть Диман Чаркин, он человек-оркестр. Он одной рукой может сразу на ударных, другой на синтезаторе, ногами там какие-то клавиши специальные, звуки издают. И головой петь, еще бить. Интересно. Очень.